А? Томочка. Да, Нюрочка. Плечо у тебя чешется, говорю. Чего оно у меня зачешется? Вот мы с тобой прививки сделали. Ну и чё, мы же их не от чесотки сделали. Томочка, мы с тобой в группе риска из-за вируса. Мы в группе риска, потому что мы 10-й год просрочку жрём. Значит так, если у тебя плечо не чешется, значит, ты прививку хорошо перенесла. А чё мне плохо-то переносить? Я всё бесплатное хорошо переношу. Тем более нам за вакцинацию банки дали, литрушки. А скоро среди пенсионеров гидроцикл разыграют. А знаешь, почему у тебя плечо не чешется? Тебя обманули. Чего это? Ты видела, сколько там вакцины? Вон стоточка вот. А шприц вон такенный. А ты вон кака. Вот столько еще не доставили. Ты что, у тебя совсем фляга, что ли, свистит? И кукуха поехала. Что ты несешь? Фигня какая-то. Я тебе не верю. Не верит она. Тебе куда ее ставили? В плечо. Вот. Значит, у тебя только плечо защищено. А остальное тело все не защищено. Заходи, вирус, добро пожаловать. Тебе надо было в рот и в нос ее поставить. Это тебе надо было ее в рот поставить. Хотя у тебя во рту столько поганых слов живет, что ни один вирус не выдержит. Я даже зубы не выдержали. Все, хватит ругаться. Сколько ты весишь? 42 килограмма. А без платков? 11. Тебе не докололи как минимум 10 литров. Ну так давай тогда пожалуемся. Хочешь, чтобы у нас банки забрали? Ну что делать-то тогда? Давай сами сварим. Что ты сама сваришь? Вакцину. Сами защитимся. Ты 12 весишь, я 8. Итого нам надо 20 литров. 21. 1 литр на испытание уйдет. И что, на ком, интересно, мы испытывать ее будем? На тебе и будем. А что это на мне-то? Так на мне просрочку испытывали. Ладно, давай сварим 30 литров, чтоб никто не пострадал в драке за вакцину. Ну давай 30 сварим. Так, значит, первое, что нужно положить, что нам помогает? Ну, мне помогает, пояс из собачьей шерсти. Сейчас я настригу. Да не надо стричь, кидай весь. Это же пандемия. Давай. Да. Так, что еще? Что тебе помогает? Мне помогает мумиё. Клади. Так у меня только аптечного не осталось, я это домашнее делаю. А что, у тебя что, летучие мыши есть, что ли? Там главное слово мыши. А летучие они или по плинтусам бегают, неважно. Главное, много мумия есть. Ну что, сколько сыпать-то? Так все вместе с мешком, пандемия же. Ладно. Давай. Так. Так, что нам еще помогает? Нам помогает начальник социального обеспечения Мартынов. Он сюда не влезет. Надо его в другом месте варить. Отдельно? Да. Давай тогда без него. Пускай его лучше в аду сварят. Вот, тогда без него. Сейчас я прочитаю состав. Значит, нужен рекомбинированный вирус на основе аденовирус человека. Есть у тебя такой? Нет, кончился. Вчера доели. Внуки приезжали. Так. А что есть? Зеленка. Это то же самое. Давай, кидай. И йод. И йод тоже. Да. Так, дальше. Нужен фрагмент белка Си вируса SARS-CoV-2. А это есть? Белок есть. Да только его это... Можно с желтком? Конечно, можно. А то мне потом куда отдельно-то девать желтки? Кидай. Все. Так. Так, что нас еще спасает? Нас спасает картошка. Сыпь. Сколько? Сколько не жалко. Ну, тогда без картошки.
Ты с ума сошла? Что? Картошка, мать, вакцин. Что это мы вакцину из моих продуктов делаем? Что ты переживаешь? Мы тебе же ее всю и вколем. Тебе картошка прямо в кровь попадет. Она мне в кровь-то попадет, если мы будем в рот ставить. Я такой напор сделаю, тебе гортань пробьет. Давай, сыпь. Ну что, всё, что ли? Ну, сыпь, конечно, чё ты? Во. Так, хорошо. А куда ставить будем? А, ведь смотря какая будет консистенция. Возможно, понадобится дополнительное отверстие для вакцинации. Не, я лучше растолку картошку, чтобы обойтись теми отверстиями, которые есть. Так, что еще у нас убивает вирус? А, давай это, я квитанцию ЖКХ брошу по квартплате, она всех убивает. Да. Ну, что вот, еще? А сейчас, знаешь что, сейчас секретный ингредиент. Его в инструкции нет, но он там есть. Так. Чайный гриб. Да. И не жалко? Не, его везде добавляют. Его даже в суперджет добавляют. Ну, кидай. Вот. Давай. Он сейчас везде. Ну и все, значит. И сейчас заливаем все это вот этим вот. А это что, вода? Сама ты вода, это санитайзер. Я в торговый центр месяц с кружкой ходил. Чтоб тебя, дуру, спасти. Ага. Вот уже консистенция лучше. Пахнет хорошо. Да, ну что? Давай. Поехали. На плиту? Да. Ставим? Ставим. Да. А чем мы будем вакцинировать? А вот. Я в этой, в поликлинике шприц инсулиновый истянула. Вот я боюсь, не доживу до конца вакцинации. Пока мы 12 литров таким шприцом мне поставили. Да. Ну тогда будем вот этим ставить. Это я на скотном дворе взяла. Этим коров осеменяют. А тебя овцу и подавно пробьет. Давай, я буду набирать вакцину, а ты картошку отгоняй, чтоб носик не забило. Давай. Хорошо. Да, я в процедурный кабинет тогда. Так, иди в процедурный, садись. Испытывать будем? Не-не, не надо, я нашим российским разработкам доверяю. Так, вот, держи лист наблюдения. Ага. Записывай все изменения, которые будут. Да. Открывай рот. Нижние зубы, это, языком прижми, а то вышибу. Готово? Ага. Поехали. Так, посмотрим лист наблюдения. Никаких изменений не замечено. Остался второй компонент. Его же через неделю только. Ты сдурела, что ли? Он прокиснет через неделю. Тебе прямо сейчас можно, у тебя замечаний нету в листе наблюдения. Готова я? Значит, мы тебя сейчас вакцинировали, тебе надо QR-код тебе сделать. Зачем? QR-код. Чтоб все видели, что ты вакцинированная. А что, так не видно, что я вакцинированная? Так ты выглядишь не как вакцинированная, а как переболевшая всеми болезнями. Давай, нагинайся. Горячая. Давай, нагинайся, я не могу долго держать. Да не в эту сторону, дура! В другую! А? Я уроню сейчас! Пол прожгу! С той стороны некуда заливать! Давай, нагинайся, я на... сейчас QR-код поставлю! На! Убирай, гадина! Передержала. Прожгла твою кофту. Ну ничего, сейчас ты с QR-кодом будешь ходить. Все будут знать, что ты вакцинированная.
Всем показывать будешь свою спину паленую. Сейчас я тебя вакцинировать буду. Я пошла домой. Вот этой палкой. Не трогай меня. Я сейчас тебе башку проломлю.